Привет, девчата. Сейчас захотелось снять мой сад рано утром, перед тем, как он станет через несколько часов другим. Эти деревья будут срублены. Вот эти деревья все срубят. Сегодня приедут, и все станет по-другому. Солнышко вот встает здесь. Какие кроны. Соседи жалуются с верхних этажей, что к ним не поступает солнечный свет. И поэтому им надо, чтобы эти деревья хозяева срубили. Ну вот они их и срубят. Ну вот они их и срубят. Но даже цветет тут что-то. Вот это вот цветет. Цветочек. Вот как утром все это выглядит. В 6 часов начинает летать. О, у нас тут есть вишня. На вишенке. Сейчас покажу. Вот они, вишенки. Очень солнце забивает, конечно. Вот она как цветет. Вот так она цветет. Ну и вот так. Вот так все будет здесь срублено. Вот такие вот кроны. Когда, конечно, жара, они очень спасают. Очень спасают. Вот такая здесь стена. Ну и в конце покажу мою кошку Баську, которая без этого сада жить в принципе она не может, просто потому что она здесь, можно сказать, выросла. Но ящики спит. Ну вот так. Потом, наверное, будет ясно, что сад будет выглядеть по-другому. А сейчас он выглядит примерно вот так. Сейчас он выглядит вот так. Ну, пока-пока.